Всем здравствуйте. Чемпионат Германии в пятницу вечером. Шальке принимает Мюнхен-Гладбахскую Боруссию. Матч, который стоит посмотреть, потому что два представительных коллектива из Бундеслиги. И сейчас очень коротко пытаюсь объяснить, на что стоит поставить в этой игре. Мюнхен-Гладбахская Боруссия. Очень открытый вопрос заключается в том, нет ли в этой истории лидерства Гладбаха повторения прошлогоднего сезона. Помните, в прошлом сезоне Гладбах тоже очень здорово провел первую половину, а потом начал сливаться. И вот и сейчас Гладбах долгое время шел на первом месте, но последние результаты нам показывают, что как будто повторение тех же ошибок наблюдается. И вот сейчас на ближайшие несколько месяцев мы, конечно, проверим, насколько Гладбах умеет учиться на собственных ошибках. Вот этот экзамен, который, в принципе, будет держать команда в гостях у Шальке, он тоже идет в этот зачет. Шальке, с другой стороны, команда домашняя, которая очень хорошо себя чувствует на своем поле, команда, которая показывает неплохие результаты. Команда, которая, в принципе, может претендовать на попадание в зону Лиги Чемпионов, и это, собственно, собирается сделать, конечно, рассчитывает на этот матч и ставит на этот матч как на, во-первых, топовый пятничный вечер в Бундеслиге, на котором будет приковано внимание, и имеет детальную мотивацию и потенциал для того, чтобы держать победу. Но я все же подчеркну, что я отталкиваюсь от некого спада, который наблюдается в Мюнхен-Гладбахской Боруссии. Поэтому очень хороший коэффициент нахожу в линии букмекерской компании MaxLine на победу Шальке с подстраховкой с коэффициентом с форой 0, за очень хороший коэффициент 1.8. Фактор собственного поля будет иметь плюс-минус при равных силах решающее значение. Проверим, так ли это на самом деле. Думайте сами. Всем удачных ставок. Играйте в букмекерской компании MaxLine.